Здравствуйте, я Светлана Тихонова, директор центра «Ларион», центра поддержки сирот и инвалидов города Раменского. «Ларион». Сегодня наши преподаватели провели занятия для людей с ограниченными возможностями по йоге в Борисоглебском, как он называется, дворце спорта. Сегодня 26 марта 2016 года. Также мы пригласили всех, кто захочет продолжить данное занятие в среду на показательное бесплатное занятие по йоге. Ерунду несу. Давайте что-нибудь.